Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Робзи, и добро пожаловать в Roblox Симулятор Джетпака. И у нас сегодня вышло новенькое обновление. Добавили боссов, добавили новую планету и новых питомцев. А сейчас я расскажу, что же у меня было в прошлом обновлении, потому что видосика я не делал, немножко не было времени. Итак, с прошлого яйца за 5 миллионов я достал всех самых топовых питомцев, а их у меня ни много ни мало 20 штук. Ребята, посмотрите на этих красавцев. Антитригон, ребята. У них получается уроном 99 урона в секунду. И есть вот такие вот антипчелы. У них 100 урона в секунду. Это, ребята, самые крутые питомцы, которые были только в игре. Были, потому что появилось новое яйцо за 10 миллионов, не за 5. И сегодня мы откроем 20 таких штук и апгрейдим джетпак. Джетпак делаем с вами какого? 10 уровня или 11, да, 11 за 700 тысяч. Все, теперь я могу максимальную крутую руду открывать. Погнали, сразу идем на гмагу, потому что высота у меня побита, я могу спокойно сюда заходить. Бум! Итак, у нас, кстати, вот он, босс уже появился. Тихо, босяра. Офигеть, тихо, магма-босс, у него 40 тысяч хп. Стоямба. Кстати, я уже знаю, что за боссов вы ничего не получаете, они просто мешают вам фармить. В принципе, я должен с ним справиться. Так, аккуратненько, он на меня нападает. Опа, опа, нычкуемся, вот так вот. А ну, подходи сюда. Магма мой босс, он иди сюда, брожище, подойди, давай, я сейчас тебя завалю. Напали на него, ух, аж залагало. Так, бегу за ним, сносим хпшку. Ребята, я вынесу его быстро, потому что я нереально силен в этой игре. У меня максимальные питомцы, ну, до этого обновления. И босса, в принципе, я буду выносить, в принципе, легко. Пол хп я уже снял, у меня рюкзак, кстати, на 163 тысячи топлива. У меня не бесконечный рюкзак, но мне, в принципе, и так достаточно. И босса, в принципе, я уже... вынес. Все, ребята, босс побежден. Я получил себе какой-то бейджик. Так, Робзи выиграл Crystal Blocks. Какой-то бейдж. Интересненько. Слушайте, могу ли я фармить новую руду? Магматиум по 80 тысяч плотности. Вот это хорошо. Так, а теперь давайте сгоняем с вами, наверное, посмотрим, что там за босс у нас в другой локации. Это у нас Марс, что ли? Так, на Луне. Есть ли у нас босс на Луне, ребята? Так, у нас здесь есть босс. А где он? А где босяра? Слушайте, респаун 0-0. Где-то он улетел, что ли? Кстати, они где-то улетают за карту, а потом прилетают в одно время, когда вы их не ожидаете. Вот он летит, вот он, босяра. Сколько? 2000 хп? Вообще изи. Стоямба! Куда полетел? Я его уже убил, что ли? Я его, походу, уже вынес. Или он от меня смылся? Так. Или он застрял где-то здесь? Мне кажется, он реально застрял. Нет, я его, ребята, вынес уже. Я его просто вынес, даже сам этого не заметив. Ладно, так, погнали с вами на Magma Planet, вот сюда. Будем открывать с вами яйца, а потом пойдем по другим босярам. И, кстати, давайте я вам дам кодик, который появился в игре, вот такой вот. Заходим в коды и вводим вот такой вот код, ребята, секретный босс апдейт. И получаем с вами 1000 кэша, хорошо. Ну что, ребята, яйца по 10 миллионов. У меня место, в принципе, есть для этих яиц. Давайте, наверное, я еще одного вот этого удалю. Вот так вот, будет хорошо. Все, теперь местечка хватает. Погнали открывать, друзья. Давайте наберем 5000 лайков на этом видосике. Прямо сейчас давайте. Раз, два, три, четыре, пять. Поставили лайк, подписались на канал и жмякнули на колокольчик. Покупаю. И какая-то у нас Berry Bed. Это Berry, это фруктовая. Ладно. Открываем, смотрим, статы у нее. Боже, как это все закрыть? 4 на 25. Слушайте, получается, мне кажется, это самый слабый питомец, но он такой же, как самый сильный из прошлого яйца, как эта пчела. Неплохо, будем заменять. Следующее у нас что попадается с вами? Еще одна Berry Bed. Так, здесь должно быть что-то поинтереснее, чем это. Давайте откроем книгу. Итак, в книге у нас здесь всего лишь 4 питомца. Хорошо, почему у нас не написано, что этого питомца получал? А, потому что я их все удалил. Ну ладно, неинтересненько. Так, этого питомца получал, этого получал. Здесь мы получили только такого. Погнали дальше. Я надеюсь, я всех сегодня выбью из этого яйца. А кто это? Мэйджик Магмагатор. Божечки ты мой. Кстати, нужно собрать вот эту штуку. Она мне мешает постоянно здесь открывать яйца. Так, 30 тысяч можно продать, в принципе, немножечко. Еще заработаем с вами. Погнали дальше. Так, покупаем. Бум! Лавадина. Какой-то динозавр. Хорошо. Мы сейчас посмотрим, что там за статы. Давайте магматиум немножко откроем с вами. 80 тысяч плотностью нового ресурса магматиума. Это очень круто. Так, и вскрыли его. Следующий питомец. Давайте. Кто у нас сейчас? Гипергрон какой-то. Итак, пришло время смотреть статы. Мы выбили уже всех. Уже всех, ребята, понимаете? Все, мы всех вот. Все 4 питомца у нас уже есть. Погнали. Мы выбили сначала вот такого. Статы у нее соточка.
Дальше у нас вот такие статы. Хорошо, слушайте, получается, здесь уже 110. Следующий, Лавадина. А это, получается, самые слабые, ребята. Самые слабые, Лавадина, потому что здесь всего лишь, давайте посчитаем, 3 на 30 это 90, это 96 урона. Он слабее, чем прошлые питомцы. А вот такой вот, о, 120, ребята, это топчик. Вот это вот 120 урона, это то, что доктор прописал. Так, давайте мы снимаем вот этого. Мы снимаем вот этого, снимаем вот этого. Одеваем с вами на соточку. Еще на соточку, еще мы одеваем вот этого, хорошо, и давайте еще одного снимем антитригона, и один вот такого вот красавца на 120 урона. Ну-ка, где он, красавец? Вот он, ребята, смотрите, он тоже меняет цвет, только сам он черный, а меняет только крылышки и всякую фигнюшку вокруг него. Красавицы. Так, погнали дальше. Мы сейчас с вами будем менять всех питомцев. Следующий. Я хочу сразу как-то получать питомцев. А, вот. Хач и экстанси. Нет, у меня уже есть все это дело. Так, клоус. Хорошо. Ну, нет, нет, нет. Я хочу двухголовых получать. Вернее, трехголовых. Хорошо. Погнали дальше. Следующий питомец за 20 лямов. Бум. Хорошо. Но опять не то, ребята. Здесь 100 урона. У меня такие есть, в принципе, из прошлого яйца. Я хочу хотя бы вот этих по 110 урона и по 120. Мне они больше всего интересуют. Так, ну ладно. Я потрачу все 200 миллионов сегодня. Открою 20 петов. Так, боже, одни и те же падают. Да что ж ты будешь делать-то? Сколько можно? Я хочу нормальных петов. Блин, этот еще хуже, ребята. Или нет? Я уже не помню. Какой-то из них совсем плохой. Хуже. О, вот это красавчик. Вот это хороший питомец. Я таких хочу набрать максимально большое количество. Прикиньте, таких вот 20 штук собрать. Это будет жестко. Это будет нереально жестко. Я думаю, больше 20 питомцев нет смысла. Еще один красавчик, ребята. Еще у нас 4 яйца на подходе. Так, ну это днище у нас выпало какое-то. Давайте следующее яйцо. Хорош. Нет, не хорош. Я думал, это будет трехголовый. Еще одно, ребята, яйцо. О, боже мой, я испугался. Тихо, 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 закрываем. Там босяра пришел ко мне. Босяра, эй, где босяра делся? Я испугался, он мимо меня пролетел. Я что-то я за это... Внимание, вот он опять нападает. Давай, 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 я за ним бегу. Иди сюда. Нападай на меня, ты на меня решил напасть, я сам на тебя нападу. Так, 28 тысяч хп я уже вынес. Вернее, осталось, половиночку снесли, ребята. Сейчас мы его вынесем, ребята. Сейчас мои мухи, пчелы, кто здесь, драконы, динозавры завалят его вообще на изи. Он так лагает, этот босс, из-за того, что у меня много-много-много питомцев. Я в соляно выношу всех боссов здесь, походу. Потому что это самый крутой босс в игре. Так, значка мне больше не дают уже. Ну и ладно, так, и открываем последнее яйцо на сегодня. Бум! Походу, это какашка выпала. Лавадином. Так, давайте мы будем менять с вами питомцев. Я снимаю сразу антитригона всех. Это понятное дело, потому что они мне не нужны теперь. Так, антитригончики, вы идете на пенсию. Вы идете просто сразу на пенсию. Я еще несколько... Давайте я еще пчел поснимаю. Мы с вами оденем вместо пчел лучше новых питомцев. По 10 лямов, почему бы и нет. И жалко, что здесь нету торга. Жалко, что здесь нету торга. Нельзя передавать питомцев. Было бы реально прикольно. Так. Одеваем с вами вот этих вот, обязательно, это топ-1 питомцы, которые сейчас только есть. Следующие питомцы, не Лавадина, не Лавадина. Кто у нас? Берри, Берри, так, где же они, где же, я их потерял. Так, стоп, Берри Бет, это соточка, ладно, одеваем Берри Бета, соточка, и еще соточка. Так, кого мы с вами не открыли? Вот эти хорошие, Берри Бет, вот. А Магматор. Магматор выглядит у нас... Это вот Магматор? Да, вот он Магматор. Одеваем Магматора. Лавадина это отстой. Еще одного Магматора одеваем с вами. Вот этого Магматора. Еще одного. Так, Лавадина. Так, кого мы еще, ребята, должны с вами одеть? Берри Бета одеваем с вами. И, в принципе, мы с вами одели 19 питомцев. Так, смотрим. Лавадина, неинтересно. Ну, оденем с вами пчелу. Антиби, значит. Вот так вот заменяем. И, в принципе, все, ребята. Вот это армия, ребята. Вот это армия. Выбили самых топовых питомцев. А теперь погнали с вами. Посмотрим, что там еще за боссы есть. Так, мы убили с вами на последней планете. На магмовой. Погнали на алмазную. Слетаем, что здесь за босяра у нас. Так, он где-то лазит. Эй, босяра, я тебя жду, дружище. Сколько у него хп будет? Вот он, алмазный зверь, иди сюда. 25 тысяч хп, алмазный босс. Он же диамантовый, ну и неважно. Ладно, мы его выносим просто в хламище, смотрите. Я его просто разношу, ребята. Правда, он немножко мне урона наносит. Можно, конечно, отходить от него, хотя это не повлияет. Но мои звери его просто лупасят. Так, я получаю бейджик или нет? Не получаю бейджик, я его уже убивал на самом деле. Так,
Следующая у нас планета, планета X. Что же здесь за босяры? Неужели они все будут квадратные какие-то? Так, босс где-то лазит. Так, мы ждем его, мы ждем. Ага, вижу. Летит. Прикольный, слушайте, вот этот прикольный босс, мне нравится. Он уже светится, я вижу глазки у него. Стояночка. Void босс, у него у нас 20 тысяч хп. Я его вынесу совсем легко. Куда он разгоняется? Боже, он какой-то неуклюжий. Он так летает, как будто скользит на этой планете. Стоянка, иди сюда. Мои пчелы крутятся, или кто там у меня? Звери, пчелы. 20 тысяч хп, ребята, вынесем мы с вами на изи его. Думаю, за пару секундочек. Так, у меня место в рюкзаке еще есть для этих боссов. И все, ребята. Void босс побежден. Кстати, его еще не выносил ни разу. Все, отправляемся вниз. Погнали с вами теперь на Юпитер. Посмотрим, кто живет у нас на Юпитере. Мы всех боссов сегодня с вами завалим по-любому. На Юпитере у нас есть босс? Да, есть. Вот. У них, кстати, респаун где-то 3-5 минут. Вот этот босяра. Летит уже сюда. Давай, он меня уже заприметил. Заприметил? Иди сюда, давай. Давай, кто на меня? Иди сюда. Куда ты? Стоять, я тебя остановлю. 15 тысяч хп. Иди сюда. Иди ко мне. Смотрите, он боится меня. Ха-ха! Иди сюда, босяра. Подлетай, ребята, мы сегодня с вами по-любому завалим всех боссов. Я не угомонюсь, пока все боссы побеждены не будут. Так, давайте 6000 хп. Не, он совсем легкий. Да, чем ниже планета, тем боссы совсем проще. Просто я его зафигачил вообще на изи. Это был Юпитер. Следующий Нептун. На Луне мы сами уже убили, остался, получается, на Марс. Так, Нептунчик, где босяра? Есть здесь босс? Есть. Опять где-то он летает. Опять они все вот там где-то сидят. Реально все там или где-то в другом месте? А, вот он летит, вот он, давай, иди сюда. Я тебя встречу. У него 7000 хп, ребят. Совсем мало, ребята, все, вынесли. Минус босяра, просто на изи. Так, это был Нептунчик. Следующий босс у нас будет на Марсе, ребята. 2000 высоты, марсианский босс. Я вижу, он там за домиком, я уже увидел. Так, здесь у нас плазма. Смотрите, как я плазму собираю, ребят. Смотрите. Реально, как я плазму собираю? Я просто ее за секундочку собираю. Так, босяра, ловлю тебя. 5000 хп. И давай. Все, минус босс, уже его нет. Мы его сразу вынесли. И последний боссик. Давайте все-таки еще раз сходим с вами на Луну. Закрепим с вами, скажем так, наш успех. Здесь какой-то чувак ко мне зашел, как-то странно, это вип-сервер, не знаю, как он вообще ко мне зашел. Я специально пошел на вип-сервер, чтобы эти боссы были живы, мало ли кто-то захочет их вынести. Так, снова лунный босс, мы сейчас с вами точно его убьем, потому что в прошлый раз я не понял, убил я его или он вообще исчез, забоялся меня. Сейчас мы его завалим его 100%. Подходи сюда, подходи, не бойся, дружище, подходи, мои питомцы тебя не покусают, конечно, они тебя сожрут, просто полностью сожрут. Смотрите, 2000 хп и все, ребята, минус. Ну, кстати, чтобы победить сейчас верхнего питомца, еще раз, вернее, верхнего босса, мне придется сброситься, потому что он довольно-таки больно кусается, и мне нужны полные хп для его уничтожения. Погнали с вами снова на магму планету, посмотрим, рыснулся он или нет. И да, вот этот зверь. Давайте, мы сегодня третий раз с вами его завалим. Так, а могу ли я вот так взлететь и сверху его убивать? Нет, надо стоять внизу вместе с ними. Все. Выносим босса, ребята. Мы сегодня за серию купили 20 новых питомцев. Просто максималочка, понимаете? Игра пройдена. О-о-о-о-о-о, у меня забито топливо. Я не рассчитал. Извини, босяра, я вернулся к тебе уже. Так, сколько на следующий танк стоит? 66 миллионов. Я обойдусь. Мне достаточно 163 тысячи вместимости. И так хорошо. Так, валим последнего босса на сегодня. Так, мы, в принципе, прошли игру. Мы реально, в принципе, прошли игру на данный момент обновления, ребят, с такими питомцами. И видосик на этом заканчиваю. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, жмите на колокольчик. С вами был, как всегда, Робзи. Хорошего настроения, спасибо за просмотр и всем покедова!